Всем привет! Сегодня купил такой вот насос велосипедный, можно машину накачать. Даже вот интересно, за сколько он на машине колесо накачает. Надо будет как-нибудь взять с собой на работу, попробовать, так-то он вообще небольшой, маленький. Вот. Тут такие у него настроечки есть, как бы. Сейчас включу его, покажу. Так, тут, например, ставишь вот килограмм на сантиметр, показывает давление. Тут, например, делаешь, набираешь сколько надо, там, например, вот 2 атмосфера накачать, 2,10. Вот почему-то он скидывает. А может, он так и будет качать 2,10 пока. Блин, надо, очень громко работает. Выключил. Качает то вообще хорошо. Прям такой воздух идет отсюда. А еще что хорошо, вот тут такое отверстие сделали. Вот этот шланг вот, он туда как бы получается полностью убирается в это отверстие. Вот. Раз. И сейчас еще покажу такую штучку. Вот в комплекте шел такой мешочек, в который он убирается. И еще в комплекте шли какие-то тут. Так, так. Вот, вот такие вот еще накачивать. Такая вот иголка, мячик качать. Две запасные такие прокладочки резиновые. Вот, и вот такой переходник. Это, я так понял, переходник. Это, блин, это даже не знаю. Это, наверное, может быть даже... А, точно. Это под велосипедную престу. Только получается, надо разобраться, как он тут вообще работает. Ну, в общем, все, такой классный вот насосик купил. Что-то или 2300, или 2700 стоит. Всем пока.